Москва в праздничных огнях. Они зажжены в честь самого большого праздника советских людей – годовщины Великого Октября. В канун знаменательной даты в Кремлевский дворец съездов на торжественное заседание пришли представители общественности столицы. Заседание открыл член ЦК КПСС, председатель исполкома Московского городского совета Промыслов. С докладом 49-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции выступил член политбюро ЦК КПСС, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС Пельше. Дорогие товарищи, советский народ, трудящийся всего мира, торжественно отмечают 49-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Завтра, 7 ноября, начнется счет дням юбилейного года, которым завершатся полвека жизни нашего советского социалистического государства. В памяти человечества хранится немало событий, оказавших то или иное влияние на поступательный ход истории. Но ни одно из них не может сравниться с тем, что произошло в России в ночь на 25 октября 1917 года. Восставший пролетариат Петрограда, организованный сплоченной партией большевиков под руководством Владимира Ильича Ленина, нанес сокрушительный удар буржуазно-помещичьему строю и взял власть в свои руки. В своем докладе товарищ Пельше нарисовал яркую картину торжества идей ленинизма, идей октября. Рассказав о решениях 23-го съезда КПСС, докладчик подчеркнул международное значение строительства коммунизма в СССР. В заключении товарищ Пельше провозгласил здравицу в честь коммунистической партии Великого Советского Народа.